Друзья мои, встречайте, это полусапожки Синтия. Синтия, 3199 рублей. Света, ты сказала, что они на полную ножку. Вот у моей мамы полная нога. Причем есть еще косточка и болезненные ощущения на пятке. Ты знаешь, что с этой проблемой сталкивается каждая вторая женщина, и у меня есть такие же проблемы. Давай познакомим с расцветками, а потом перейдем к самому главному. Давай. Ботинки полусапожки Синтия представлены у нас в двух цветах. Это горький шоколад, коричневый цвет, он необычный, он красивый. Даже оттенок бордо. Ну и, конечно же, классика жанра – это черный цвет. Как раз он подходит подо все. Да, совершенно верно. Так, ну и размеры у нас от 37 до 42. Давай выбирать, как мы. Ну, во-первых, 42 размер – это большая редкость. Очень Особенно большая. Меня понимают женщины, которые не могут сегодня подобрать для себя именно свой размер. Учитывая все особенности строения женской ноги, обувная промышленность сегодня подбирает для вас идеальный размер в размер обувь. Тем более, что это белорусский производитель, а они нас радует точностью. Учитываются все ГОСТы и стандарты. Поэтому носите 39-й, закажите 39-й. Ну а сейчас вы видите, что полукруглый стильный дизайнерский мысок обуви позволит даже самой полной и широкой ножке очень комфортно чувствовать себя внутри. Понятно, это свет вот здесь. А как быть с голенью? А, с голенью тоже все очень хорошо. Мне очень нравится, что она расширена, и от зоны щиколотки у нас идет небольшое расширение. Это и позволяет носить эти удобные полусапожки женщинам с объемными ножками, либо те ножки, которые текают. Давайте примерим полусапожки на себя, посмотрим на нашу модель Таню, как в целом выглядит ее ансамбль. Итак, юбка Мирюэль. Яркое полупальто Эйла, яркий палантин, Тадж-Махал и полусапожки Синтия черного цвета. Как аккуратно смотрится на ноге. Свет, мне нравится. Мне нравится и вот этот дизайн, за который спрятана наша эластичная лента, и подошва, и небольшой приподнятый каблучок. Да, действительно, у нас есть танкетка. Ну, а сейчас давайте посмотрим на то, что полусапожки Синтия, как они ведут себя именно на ноге. И вновь эксперимент. Вновь эксперимент. Если честно, у нас тут образовалась большая лужа большая с водой. Лужа. Вообще, Лена, я хочу тебе сказать, что наши сапоги, полусапожки сделаны из натуральной кожи. Это натуральная кожа, Света? Это натуральная кожа. А ты ее мочишь? Ну, если посмотреть на разницу в цене, сегодня натуральная кожа свыше 6000 стоит точно, в магазинах. Однозначно. Ботиночки наши стоят 3199 рублей. Если вы делаете заказ впервые, вы еще и покупаете, получаете волшебный каталог. Ну, давай о каталоге потом. Мы сейчас проводим эксперимент. Итак, давайте проверим сейчас качество нашей натуральной кожи. Многие женщины не раз уже попадали в такую ситуацию, когда на коже оставались следы от воды. То есть это значит, что ваша кожа была не защищена водоотталкивающей пленкой. На фабрике многие белорусские дизайнеры предлагают вам именно защиту. Вы видите вот этот блеск натуральной кожи? И вы видите, как капли воды не остались, а стекают Они вниз. Они просто стекают, да, Свет? При этом я хочу сказать, что натуральная кожа не деформируется совершенно, не остается следов от влаги, и вы выходите сухими из воды. Вот знаешь, Свет, сегодня я выходила в школу для свою дочь, и мама шла вместе со мной, мы живем там рядом. Она идет, и у нее ботинки, они у нее промокли. А я говорю, промокли, потому что вы не смотрите наш телеканал. Наши ботинки остаются сухими. Ну, во-первых, ножки остаются сухими внутри, потому что это точно. Очень важно. Итак, давайте сейчас закончим эксперимент, и я хочу продемонстрировать вам не только качество натуральной кожи, но еще и качество соединения. Это литьевой метод соединения, который сегодня широко используется в Европе. Посмотрите, когда подошва соединяется с основой на фабрике, и она уже выливается, и мы видим с вами такую форму подошвы, танкеткой. Так вот, литьевой метод позволяет, во-первых, чувствовать амортизацию на зоне пятки. Это очень удобно при ходьбе. И то, что внутри ваша нога остается совершенно сухой. Если я сейчас достану салфетку, и мы увидим хоть одну каплю воды, значит, ботинки были некачественными. Посмотрите, салфетка с одной и с другой стороны совершенно сухая. Также будут чувствовать и ваши ножки в наших полуботинках Синтия 3199 рублей. Эта цена только на телеканале Shop & Show. У нас размеры от 37 до 42. Выбирайте свой размер, звоните нашим операторам. Я напоминаю, звонок бесплатный абсолютно. Леночка, ну я повторюсь еще сейчас. Для тех, кто только что к нам присоединился, да. Мы выбираем размер в размер. Это белорусский производитель. Давай заглянем сейчас внутрь. Очень важно осенью ощущать себя не только сухой, но и ножки должны быть в тепле. Наши суставы, особенно с возрастом, начинают страдать. Поэтому внутрь
3. Белорусские обувные фабрики сегодня широко применяют метод, который применяют финские производители. Это значит тепло, но никакого объема. И мы видим с вами стильную байку, благодаря которой вашей ножке будет сухо и тепло. Сухо и тепло, и не только. Света, посмотри, пожалуйста, у нас еще здесь каблучок есть 5 сантиметров, а ты говорила, что каблучок, он просто обязан быть в женской обуви. Да, конечно, сейчас я выворачиваю, проверяю молнию, очень качественная молния, да. А каблучок-танкетка здесь у нас имеет высоту почти 4 сантиметра, 4-5 сантиметров. И мне нравится, что благодаря такой высоте, во-первых, женщина чуть-чуть вырастает на 5 сантиметров, да. А во-вторых, ее ножке будет очень удобно, ваша ступня будет отдыхать, и ваша спинка скажет вам спасибо. Света, ну, пожалуйста, расскажи, как дистанционно подобрать размер, потому что уже поступают звонки и спрашивают размеры. Внимание на экран. Если вы давно не делали замеров своей стопы, пришло время уточнить свой российский размер. Для этого нам понадобится с вами обязательно встать, потому что стоя у нас получаются более точные замеры. Мы берем с вами ленту метровую, либо линейку и измеряем длину стопы. Например, в данном случае измерение указали на 25 сантиметров. Вы звоните в наш колл-центр. У каждого оператора есть таблица размеров женской обуви и мужской. Мы подбираем женскую обувь, значит, смотрим 25 сантиметров, это 37,5. Если у вас половинчатый размер 37,5, заказывайте полусапожки Cynthia 38. Ну, а если вы знакомитесь с нами впервые, вы получаете 2 золотые карты и, конечно, каталог. Осенний новый каталог, где вы здесь можете познакомиться с каждой вашей любимой рубрикой, посмотреть на товары, почитать про них и найти волшебный код США. Если вы находите код США, значит, вы получаете дополнительную скидку. Друзья мои, вообще я хочу сказать, что Ольга Грядунова сейчас, вы видите, на обложке нашего журнала открывает осенние предложения. Причем эти предложения очень выгодны, ведь код США дает вам дополнительную скидку. Вот он. Пользуйтесь предложениями нашего телеканала. Как говорит моя мама, Света, ваши вещи не только красивые, их еще выгодно приобретать. Экономьте вместе с телеканалом Shop & Show.